море эмоций, новые знакомства и первые победы. На живописной Мострюковской поляне Самарской области десятки палаток, тысячи студентов и молодых специалистов. В восьмидневной программе традиционного форума «Иволга» даже самый избирательный участник найдет мероприятие по душе. Здесь тебе можно и получить грант на воплощение мечты, и пообщаться с работодателями крупнейших компаний, и поучаствовать в танцевальном батле. На открытии ребят поприветствовал заместитель полпреда президента в ПФУ Олег Машковцев. Форум «Иволга» недаром был признан в качестве лучшего молодежного события туризма национальной премией событийного туризма Российской Федерации. И это заслуга не только организаторов, и не столько организаторов, это заслуга и тех, кто сюда приезжает, и тех, кто делает этот форум вместе. А в этом году он действительно уникальный. В этом году форум делается командой из всех регионов Приволжского федерального округа. В этом году особый упор сделан на патриотическую составляющую. Организаторы даже провели фестиваль начальной военной подготовки. Ульяновцы проявили себя в лично-командном состязании. Выпускница Октябрьского сельского лицея Юлия Таралина одержала победу в дисциплине снаряжения магазина АКМ «На время». На Иволге мне все очень нравится. У нас очень классные делегации, крутые ребята. Очень много различных возможностей. И спортивные игры, и образовательные шатры, и пленэры различные. Можно занимать себя чем угодно. Нет времени вообще отдыхать. Мы с ребятами ходим на эти лекции, развиваемся и общаемся. Всем спасибо за возможность. Также молодежь защитила свои проекты по самым разным тематикам – туризму, образованию, культуре, волонтерству. Лучшие получат финансирование. Защита проекта прошла довольно-таки интересной и хорошей. Были интересные вопросы, была обратная связь от приемной комиссии. В принципе, все прошло отлично. Молодежный форум Приволжского федерального округа «Иволга» проходит под патронатом полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова и при поддержке Росмолодежи. В окружном событии участвуют делегации из 14 регионов округа, а также ДНР и ЛНР. Анна Тищенко, Улправда ТВ.